В 9-й группе перед заключительным туром две сборные Англии и Германии имели равное количество очков, причем по лучшей разнице мячей лидировали британцы. Поэтому в матче против финнов немцы, они в темной форме, играли на победу, втайне надеясь на то, что англичане не избежат потерь в игре с греками. Увы, это был не вечер сборной Германии и ее капитана Оливера Бирхофа. Он один имел три, минимум три верные возможности забить, как потом выяснится, золотой гол, но на пути мяча неизменно вставал вратарь скандинавов Ниеми, либо за него вступались штанги и перекладины. Как, например, в этом моменте, когда Ниеми кончиками пальцев перевел мяч в каркас ворот. Тот отлетел к Нойвиллу, удар которого пришелся в стойку. После финального свистка стадион Гельзенкирхене с трепетом ожидал результата игры в Манчестере, а когда тот стал известен, Руди Фёллер, сокрушенно качая головой, отправился в раздевалку.